Зурабчик все по-прежнему. Уже пятый день сидит под потолочком. Опа! А мы идем гулять, да? Рок, идем гулять. А у нас сегодня первая цель на прогулке — купить ошейник для Лекси. Пошли, пошли. Давай, давай. Можно? Цинь. Ну, чтобы знали, что мы идем, правильно? Опа. Всем семейством на шопинг. Давай, вперед, вперед. Добрый день. Майк, оп, привет! А мы теперь с новым семейством. Да я вижу этого суслика. Как они поживают? Хорошо, хорошо. Так. Они не съели всю. Нельзя, нельзя. Ох уж, ох уж. Нельзя. Какие-нибудь девчачьи, детские. Подольше, можно не детские. Посильнее, ч, нельзя. Как? Даже не могу. Ох уж охотники, завел охотника. Смотрите, на каких коротких, на натянутых. Вот зайчики, ребятки, я вам, да, не дам его. Да, нам какой-нибудь на вырост. Мы быстро растем. Мы очень, кстати, быстро растем. Да, малышка, быстро растем. Давайте парни, думать. Под гипнозом, именно под гипнозом. Так. Одевай в кольцо. Успокойся. Ну, успокойся. Кольцо одевай. Что это? Большой. Теперь застегивай. Все. Потом мы регулируем. Одеваем за кольцо. Так. Как его регулировать? На обратную сторону? Куда ты посмотришь, что там творится, да, братан? Так, парни, а ну, успокоились. Сидеть. Рокки, сидеть. Поняла, молодцы. Ну как, идет? Красненький. Что ж ты такой громкий? Что ж ты такой громкий? Ну вот, смотрите, что мы имеем с этого гуся. Перестегивай. Все. Оп. Стоять, Казбек. Вы смотрите. Ну-ка. Да я не могу. Что такое? Мне нравится. Во-первых, он широкий. Это мое мнение. Красный, девочка. Да. Так. Какая вы, знаете, какой червячок. Все хорошо. Чш. Оп. Так. Ох уж рвутся. Я не могу прям погулять. Не могу погулять по магазину. С такими. Оп. Стоять. Чш. Нельзя. Так. А это кто у нас тут? Удавчик или питон? Питон, да? Черепашки. Круто. Ох уж рвутся, ох уж рвутся в бой. Так. Все. Рокки, нельзя. Да, можешь только повозмущаться. Повозмущаться можешь. Да, возмущаться можно. Трогать нет. Прям как в стрип-клубе. Смотреть можно, трогать нет. Вот и вы тут, парни. Смотреть можно, трогать нет. Все, и тебе уже интересно, да? Покажи, красотка. Пока временно в таком красненьком, да? Парни, это что такое? Сейчас я на вас хуп, буду кататься. Рвется. Ух. Вот так вот. Угу. Чтоб успокоил. Все, успокоился? Это уже прям серьезный. И тебе хочется такой агрессивный. Это не то, она что агрессивный, чтобы пока смотрелся нормально. Наверное, черный даже лучше смотрится. Какой вот такой? Вот такая вот тренировочка с утра. Только для правой руки. Нельзя сидеть. Рокки, сидеть. Молодец. Ну раз. Да, рассказывай. Майки, пошли. Эй, ты что творишь? Пошли, пошли. Тут, оп, целый стай. Пошли, пошли, пошли. Только что прошли спящего Алабая без поводка. Не знаю, кому из нас даже повезло, но хорошо, что он спал.
И хорошо, что мы молча возле него прошли. Спасибо. Века. Сколько? 10 секунд не видели. Убежала вперед на 10 секунд. Пошли. Все, соскучилась? Пошли. Пошли, или вам так, позагорать хочется на пьедестале. Пошли, пошли. Вот так вот. На стадионе проходят съемки какого-то, видимо, рок-клипа. Да, наблюдаем, слушаем, что делаем. Потом загуглим, найдем результат через пару месяцев. Вот такой вот мы, малышки, красный ошейник купили. Куда ты, в планетарий собралась, да? Пошли, пошли. Но это временно. Кто найдет максимально красивущий девчачий ошейник для Лекси, тому мы передадим привет в следующем видосике. Присылайте нам ссылочки на интернет-магазин, их купим. Присылайте в комментариях, в инстаграме, вконтакте, пишите. Куда-нибудь да присылайте. Но девчачий... Для этой жопика. Только не розовый. Не розовый? Только не розовый. Не розовый. Лекси, пошли. Пошли, Лекси. Пошли. Что такое? Ну, посмотри. Домой пойдем. Пошли домой. Пошли. Пошли. О. Представляете, не хотела идти домой. Погуляли сегодня всего лишь часик, и все, уже домой в отказ. Уже в отказ. Ну, в смысле? Я бы